порядочка было все дрифтинг производства Польши. Осталась последняя моделька. Со скидкой мы ее отдаем за 15 500, коляска в комплекте с сумкой-переноской. Выдержит вес до 9 килограмм. Пока ваш малыш маленький, можно пользоваться вот так. Она будет в виде юлечки, полностью все закрыто. Малыш в тепле, укутан, закрыт. В дальнейшем она будет трансформироваться уже в сидячее положение. Вот эта часть мышца полностью уберется. Подставлю. Ставится вот такая вот. Летний батут. Для деток уже постарше. Спинка поднимается в три положения. Полулежа, полулежа. Сидя.